Здравствуйте, дорогие подписчики, и мы продолжаем проходить LEGO City Undercover. В прошлой серии мы остановились на том, что выполнили миссию, гонку на тракторе, и попытались найти еще одну чашку кофе в той локации, что является последним в той локации, что мы не выполнили. Я решил пойти в следующую. Тут вообще ничего не выполнено. Здесь всего три штучки собрано. Гонка, одна постройка и одна метро. Все. Локация вообще не пройдена. Тут ничего не открыто. Тут есть банкомат, грабители, там секретные алмазные блоки, инопланетяне, цветы, кошка, также кофе. Одна погоня, даже есть полицейская статуя. Также объект исследования, поросенок, пожар. Миссия дорожного работника. Здесь очень много всего. Поэтому давайте по-быстрому пробежимся. Начнем вот с этой стороны, я решил. И пойдем по краю, вот потихонечку осматривать все. Потому что нам нельзя упускать ничего. Надо проходить все на 100%. Вот я уже, видимо, нашел тот самый блок редкий. Скорее всего, это он. Почему-то я подозреваю, что он лучше, чем будет. Один из них, по крайней мере. Вот, видите, один из двух. Все. Так мы оба нашли. Или только один. Ну-ка. Да, мы один нашли. И это хорошо. Мы не успели прийти на локацию, внимательно просто посмотрели и все, и нашли. Такой. Черюшка. Как я вам... Ага. Как я вам и говорил, много всего прошло с того момента. Ой-ой-ой. О нет. Я настроил нормально без задержки игру. И у меня теперь все нормально получается, все хорошо проходит. Все не так сложно, как это казалось. И как у нас это все не получалось, там постоянно втыкались и так далее. Что это такое? Шикарно. И куда же она телепортирует? Поехали. Так, отлично. Это что такое? Чизушка, макинушка. И что? Доставай свой планшетник. Ты планшетник будешь доставать, нет? Не хочет. Ага, серебряный блок. Отлично. Нельзя посмотреть? Нельзя. Так, так. Ну-ка. Дорожный работник. Иди-ка сюда-ка. И чё? Минутку. Я микрофон передвину чуть-чуть. Ой, ты куда там поехал? Да что ты не ту кнопку нажал? Вот так вот. Давай. Отлично. Что за мини-паркур такой? О, вот и если... О, вон Хрюндель. Тут нужен космонаут. Шикарно. 7-8. Чуть не упал. Кошмар какой. Давайте тут. Миссия фермера, все-таки фермера надо долететь. Полетели к поросенку. Сразу столько всего. Стоит только внимательнее все это пройти, к этому с внимательностью ко всему подойти. Все начинает обретать совсем другой вид и другую сторону. Так, ладно, бог с тобой, летчик. Как-нибудь сейчас залезем. Сначала на фонарь вот. Да, вот так вот. Поехали. Вот это как делается. Опачки. Хрюшкомет 2000. Лети. И.
Фермер, фермер, ты где? Полет отправь. Ого. Еще одна свинка готова. Это же шикарно. Так, а зачем нам пушку заряжать? Давайте посмотрим. Пригодится, наверное. Да что такое? Так, 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 так. Давай заряди. Посмотрим, куда нам это пригодится. И пойдем. Так. Вода. Водичка, водичка, вода. Вода, вода, водица. Угу. Сюда надо динамит. Тут нужен пожарник. Вот он. Давай, открывай. Тут, я думаю, автомат с динамитом будет стоять. Это я чисто подозреваю. Нет? Ты такой? Марио! Ой-ой. Один из пяти. А где нам остальные найти? Странненько. И чё? И все. Так, что? Где Чейзушка? Давай. Тут все очевидно так-то. Хорошо. Сколько денег? Прям миллиардером стану скоро. Такими темпами. Только не говорите, что тут динамит. Да, динамит? Да, это динамит, ребята. Как я и подозревал. Хватай. И пойдем. Так, дрынь, бежим. 3, 2, 1. Шикарно, шикарно. Это что? Это батутик. Шикарно. Дынь. Давай. Дынь, 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 дынь. Да что ты? Ой. Ага. Отлично. И что тут? И что мы имеем? Поехали. Паркур. Ага, теперь стал доступен паркур-забег. Там что-то надо стрелять куда-то, что-то еще надо. И... Ага. Отлично. Шикарно. Ну ладно. Мы сейчас отсюда залетим. Че, проблема что ли? Ага, комарик. Комарик меня укусил. Пол руки чуть не съел. Так. Поехали. Так, и что дальше? Ох, вот это да. Вот это полет. Ничего нигде. Нет, нет. Бультык. Плывем, плывем, плывем. Там что-то надо открыть, ну ладно. Тут лестница есть? Нету. Это, конечно, печально, но мы сейчас вот тут залезем, наверное. Попробуем паркур-забег с маленькой задержкой. Но мы, скорее всего, справимся быстро. Так. Так, так. Мяу. Я слышу кошку. Крыска, крыска, крыска. Ой-ой. Вы видели, я в полете все переменял и чуть не убился. Кис-кис-кис. Отлично. Что-то мне с горлом сегодня не то. 6 на 25. 7 на 25. Что я вам скажу? У нас уже 160 блоков. И это... Не так мало, в принципе. Так, что это такое? Ага, тут динамит нужен. Ого, сейф мама. Что это такое? Ломай. Паркур забег. Ага, тут надо покрасить, 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 покрасить. А тут что? Динамит. Ага, хорошо. Стоп, у меня же какая-то краска уже есть. Она не подойдет ли? Стреляй. Нет, она точно не подойдет. Давайте паркур-забег.
два, один. Ага. Приехали. Какой нафиг паркур добег? Здесь там мы тут еще не все сделали. Давай, открывай. Шахтер нужен. Это я знаю, что шахтер. Тихо. Или остановить работенку, да? Я передумал. Мне нужен динамит. Мне надо покрасить, чтобы прыгать там. Паркурить повсю. Я уж не могу паркурить, если негде прыгать. Кидай. Три. Два. Один. Отлично. И быстрее давай. Исчезайте. Так, где ты? Вот он. Заряжай. Посмотрим, что у нас тут. И все же что-то там было, надо было наверху покрасить, я не знаю. О, я там всю краску оставил. Пью, пью. Отлично. Вот теперь можно и побегать. Давай, стартуем. Поехали. Да. Я хочу. Два. Один. Отлично. Стоп. Шикарно. Поехали. Типа. Отлично, я успел. Не наверх? Вроде да. 28, 27. Отлично. Шикарно. И дальше. Прыг, стол. Юху. И тихонько. Тихо, тихо, тихо. 36. Пойдем, пойдем, быстрее, 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 быстрее. 33 секунды еще. Ай-яй, топ. Только не топ. Ага, шикарно. Погнали. Иху. Жара. Полетели. Оба-на. Кэпчик. Кэпчик очевидный. Погнали, давай. Среди шести. Где финиш? Где финиш? Почему-то я подозреваю, что это он. Почему-то это он, я думаю. Вот это вот. Вот, вот, вот. Полетели. Он, нет. Правильно я делаю? Но это нет. И не оно. Где финиш? Давайте еще раз. Я просто не понял, где финиш. И все мы быстро пройдем. Тут ничего сложного нет. Так, это так. Вот и все, погнали. Ну, давай. Это все быстро проходит, задержки никакой нет, все это намного проще. Тут чисто из-за того, что я даже не знал, где это находится. Ой, мимо. Да, дело дошло до того, что я уже мимо объектов начал перепрыгивать. Отлично. Ой, хорошо. Давай, погнали. Шикарно. Давай быстрее. Но времени у нас еще много, мы успеем, думаю. Проблема в том, где последний. Потому что его там не видел, либо не заметил, не знаю. Сейчас посмотрим. Полетели. Так, вот он шестой, в принципе. Вот он шестой. Ну и... Может наверху? В общем, понятно. Давайте дальше прибежим, потому что тут ничего не понятно. Все, что понятно, что ничего не понятно.
Все-таки это на той крыше, да. Это последнее место остается. Вот на вот этой крыше. Давайте заново. Именно вот на этой крыше, скорее всего, это оно и есть. Потому что больше негде ему взяться. Кто-то говорит, что проходи на этом, на летуне. Ну да, на нем может быть и проще. Ай, больно было. Но в некоторых местах он мешает, вот как сейчас. Просто не мог запрыгнуть, потому что он мешался. Это мы сейчас быстро. Мы уже приспособились, да, ребят? Отлично. Кстати, давайте лайки ставьте. Без лайков вообще никак, скучно тут без лайков. Вот так вот я еще умею. А и можно было вообще все это перелететь просто. Еще бы меньше времени потратили. Оба-на. 4 из 6, 5 из 6. Отлично. Полетели. Ну и что? Вот он. Из 3 из 6. Поединки фермера подойдет. Ну вот, поможет. Круто. Ну. Тихо, ты хватит. Давай прыгать. Ну хватит уже. Вот он. Все. Пройдено. Отлично. 4 из 19. А, в этой локации что доступно? Брикет. Так, в этой локации мы уже собрали 8 из 25. И всего уже 161. Так, нам нужно один банкомат, одну миссию поймать преступников, один алмаз и так далее и тому подобное. Так, тут нам уже делать нечего, я думаю. Давайте дальше пойдем. Осмотрим все, начнем с края, прям так вдоль карты пойдем и пойдем. Может, тут что будет? Что это такое? Какие-то цветочки. Давайте польем, посмотрим. Может, куда приведет в хорошее, нужное место, полезное. И? Ладно. Ладно, хорошо. Ой-ой, чуть не упал. Это тоже пойдет. Так, это все. Пойдем дальше. Трубы какие-то. Какие-то трубы. Персонаж. Персонаж. Это Билл Дарби. Вы знаете, что это означает? Хе-хе-хе. Давай, поехали. Какие у нас насыщенные миссии пошли, кстати, после того, как я вот эту задержку исправил. Все стало проще и быстрее. Поехали. Музон мой любимый. Погнали. Юху, поехали. 29 штучек всего. Отлично. Жара. Я музон на всю прибавляю себе в наушники прям. Так. Тихо. Отлично. Жми давай. Знаете, что там? Шикарно, шикарно. Не вижу, где что. Отлично, 18, 19, 20. Время еще есть, слава богу. Отлично, 21. Давай. Отлично. Уже близкий к финишу. Все почти. Отлично. Шикарно. Все, готово. Еще один золотой блок. Отбойных работенок 7. Ой, 8 и 17. Без них будет скучно. Так, что-то тут где-то можно было собрать. Я видел. Вот оно. Вот оно. Что это такое?
Скворечник. Один из трех. И что будет, если я все скворечники соберу? Ладно. Давай. Др. Отлично. Чуть-чуть такое. А, это просто какое-то освещение. Давайте залезем, посмотрим. Ой. Дринк. Тихо. И чё? И где и как? Кто там чё? Чё ломает? Кто там чё ломает? Вот чё надо сломать. Туалет. Нечего вам тут туалетом этим делать. Чё? Батутик зачем-то. Ну ладно. Пончики. Привет, братюня. Как дела? Ага, эта миссия уже давно пройдена. Хотя, по-моему, нет. Что тут у нее? Один жетон, один кубик. Ну нет, она наполовину пройдена, потому что здесь не было всех персонажей. Здесь подразумевается, что потом придется по-любому заново все перепроходить со всеми персонажами, потому что там не хватает всяких плюшечек постоянно. То там, например, этого не хватает кого, какого-нибудь одного персонажа, то какого-нибудь другого. Еще что-нибудь там. О, это надо взорвать. Понятно. А тут что? Ага, давайте динамитику возьмем, взорвем это все. Как говорится, к чертям собачьим. Так. Где динамист-то? Динамист-то где? Вот он, давай. Монетку. Бздынь. Возьмем и сейчас сломаем. Все сломаем. А, где-то еще место есть. Ой-ой. Динамисты — это хорошо. Подрывник. Ой-ой. Ой-ой. И что? Поник. Одна каска осталась. И что? Ага. Значит, ничего. Давай, чедушка. И что из этого выйдет? Ага, это лестница. Ладно, чё ж. Чё ж теперь-то? Кружечка. Кружечка, ребят. Это кружечка. Отлично. И сюда не залезешь без помощи. Так, это не он. Не он, стоп. Не пожарник, это вот. Дорожный работник у нас пьет кофе. Отлично. Шикарно. Замечательно. Трынк. Трынк, трынк, трынк. Что дальше? 47 миллионов уже. Обалдеть. Мультимиллиардер. Мультимиллиардер. Знакомая вещь. Сейчас приделаем, не переживай. Пока летать не будем. Сейчас мы статую взорвем. Нечего тут этим статуям красоваться. Статуям злодеев. Всяких, блин. Вот он. Так. Дайте мне еще одну, пожалуйста. Пожалуйста, содовую. Содовую динамиту. Фичипоньк. Хватаем, побежали. Так, а куда еще? О. Все заминировать, все взорвать. Где вообще? Бум. Давай еще. Хватай. На плечо и поехали. Так, и что тут такое? Что за кубик? Что это? Локатор плюс? Что это такое? Ладно. Это какой-то Uber True секретный этот бонус. Хорошо, будем знать. А это что такое? Рексушка, настало твое время. Кстати, ребят,
Посчитайте, сколько уже за эту серию мы заработали золотых блоков. Ловно, сломали. Сколько открыли персонажей из золотых блоков, напишите. С оголенным чем? Оп-оп. Оп-оп. Ай, не падай. Еще один скин Рекса. Прикольно. Рексушка, у тебя еще какой-то скин есть, представляешь? Давай прыгай. Так, нам нужно вот это. Отлично. Шикарный. И давай мы сюда сейчас заминируем. Лови. Проклятый. Страшный. Статуи мана. Все, готово. Отлично. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Так. Детальки, деньги. Все. Все нам надо. Полетели? Куда мы сейчас полетим тут? Следующую серию, так сказать. Что это такое? Что-то можно построить. Давайте дойдем сначала, потом посмотрим, что там можно построить. Плюнь, плюнь. Так, все, мы приехали. Давайте на этом закончим эту серию. Продолжим в следующей. Выполнять задания в этой локации. Их осталось... примерно половина. Ну ты что делаешь-то? На нас же люди смотрят. Ну, в общем, понятно. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйте меня в друзья. Всего хорошего и до встречи, дорогие друзья.